Главное предложение только сегодняшнего дня. Без чего нельзя обойтись в осенне-весенний или зимне-летний период? Конечно же, без жилета. Жилеты, кстати, являются сейчас одним из главных мастхэпов. И я даже вчера, пробежавшись по торговому центру, заметил, что в каждой коллекции присутствует жилет. Почему? Потому что это лучшая отправная точка именно в плохую погоду, когда еще не слишком холодно, но уже не жарко. Данное предложение, выполнено у нас с вами, является универсальным и всесезонным, а это значит, что его стоимость 1999 рублей, цена только сегодня, позволит вам его носить все 12 месяцев. Также евросинтепон достаточно тонким слоем, выложенный внутри и прострочен красивой ромбовидной стежкой, что обеспечивает износостойкость, также сохранность самого синтепона и даст возможности его быстро и легко и даже часто постирать. Помимо этого, данный жилет отличается от многих жилетов женственностью. Здесь присутствует красивая горловина, отороченная кристаллами, что обеспечивает нам такой стиль а-ля рус. В принципе, данный жилет является синонимом русского стиля и был как раз-таки произведен в Русской империи, поэтому в данном случае жилет имеет такую отсылку к старорусскому костюму, поэтому сегодня будем приобщаться к своей же национальной одежде. Синий цвет выбирает для себя Ксения в размере 50. Вот так он будет сидеть на фигурке. Очень приталенный силуэт, что опять же выделяет его из толпы. Иногда, чаще всего в магазинах, жилеты очень универсальны по половому признаку, либо очень широкие. Также будет насыщенный вот такой представлен красный оттенок. Кстати, напомню, что красный цвет является главным цветом в этом году, и все его оттенки и подтона будут актуальными. Можно выбрать для себя вот такой нежный сиреневый оттенок, припыленной розы или античной розы. Яркий электрический синий цвет, один из самых популярных, и в предыдущей партии как раз синий цвет был у нас с вами продан первым. Также будет у нас с вами вот такой нежный золотой, бежевый по факту цвет, но будет называться золотой за счет именно вот такого жемчужного отблеска. Классический белый цвет, не бойтесь белых оттенков, жилет в белом цвете придаст аристократичности. Ну и, конечно, самый универсальный, самый немаркий, это, конечно же, оттенок черного. Размерная линейка у бренда Almodi всегда стандартная от 50 до 60. Я уже до эфира сделал специально для вас замеры, на примере 52 буду озвучивать. У нас с вами по обхвату горловины. Потому что на сайте были вопросы, как он будет сидеть в горловине, не давит ли он, если надевать его на широкий свитер. Горловина 55 сантиметров в окружности. Пройма данного предложения 60 сантиметров плюс-минус 2 сантиметра, в зависимости от размера. То есть в 60-м размере 65 сантиметров будет пройма. То есть можно пододевать даже на плотный свитер или на стеганую мини-курточку. Дальше грудь 120 сантиметров в 52 размере, талия 116 и по бедрам 140. То есть делаем вывод, что данное предложение для дам в стабильном весе можно выбрать даже размером меньше. Для дам, которые имеют достаточно перепадную фигуру, которая поправляется, то худеет, смело забирают размер в размер. То есть изделие может немного большемерить, а на тех, у кого скачет вес, может быть слегка так теснить. Поэтому в данном случае определяйтесь, стабилен вес, выбирайте размером даже меньше. Нестабилен вес, берите четко собственный размер. 50-й размер как раз-таки вам на подиуме сейчас демонстрирует Ксения. Давайте на ней разберем ваши преимущества и, конечно же, универсальность и всесезонность. Напомню, то, что данный жилет у нас с вами является трендом, хотя это, знаете, такая необходимость. Для нашей погоды, матушки России, это просто идеально. Поясницу закрыли, при этом активные очень руки. Очень модно жилеты носить по-английски. То есть вы жилет пододеваете под пальто, под тренч. Причем это может быть более плотное изделие, может быть даже еще дополнительная куртка. Это очень удобно. То есть пальто немного не справляется с теплорегуляцией, тогда мы добавляем жилет. Но если добавить жилеты такие, как изображены на фотографиях, подборки нашего продюсера, то мы видим, что жилеты более такие, знаете, угловатые, прямые, просто выполнены, как, знаете, такая рельефная колбаска. У нас же с вами жилет имеет форму как платье. У него полностью идет платильная выточка, которая полностью повторяет силуэт зоны груди, хорошо ее очерчивает. При этом ромбовидная стежка в боковых зонах немного меняет форму, тем самым создает приталенный силуэт. Даже теневая игра начинается у самого цвета. Те же самые выточки по спинке. То есть она сидит более прилегающе. Чем ближе она лежит к телу, значит, она лучше сохраняет тепло. Поэтому сверху можно надеть даже такую
такого же силуэта зауженный жакет, особенно в непогоду, либо какой-нибудь прилегающий тренч. Давайте посмотрим с вами на видео, которое сняли с нашей модели Светланой, которая как раз-таки демонстрирует. Она надевала просто жилет, а стало более прохладно, она его пододела под свое полупальто, такой, знаете, теплый жакет из шерсти. Придя на работу, она снимет жилетку, останется только в жакете, потом захочет жакет снимет и оденет снова жилет. Это очень удобно, это универсально и очень практично. При этом образ выглядит эффектно, стильно и красиво. Данное предложение, конечно же, выделяется сразу блестящей фактурой в зоне горловины. Это, во-первых, уже украшение. Плюс такая ситуация. Вас пригласили в театр, либо вы сами купили билеты. Иногда в театре может быть прохладно. В обычном, с таком классическом угловатом жилете как-то странно сидеть, а при этом вы зябнете и вам прям холодно. В таком жилете очень хорошо будет сочетаться с платьем, которое вы одели в театр. Будет смотреться даже по-вечернему. А теперь вспомните, ваш жилет может выглядеть как вечерний? Я думаю, что нет. А вот в данном случае наш с вами жилет, один из самых главных бестселлеров нашего телеканала «Мадлен», полностью аналогом является «Меган», которая, кстати, выбирает моя мама, Людмила Анатольевна. У нее в темно-синем цвете есть аналог, и она с удовольствием носит. 1999 рублей. Прекрасное предложение. Напомню о ваших преимуществах. Это универсальность, это всесезонность. Евроситипон от 0 до минус 5 является самостоятельным изделием, либо может выполнять роль второго слоя. Ну и, конечно же, в данном случае декор, который сразу придает ему образу женственности. Никакого унисекса, никакого стирания границ, только женственность, прилегание, красиво вычерченная грудь, подчеркнутая талия и очень обкатые бедра. И, смотрите, для вас сюрприз, подобный жилет 3000 с чем-то стоит на других платформах. В данном случае у нас с вами есть выгода. Кстати, пробежавший вчера по магазину, у меня был как раз клиентский день, тоже в магазине представлен, с которым я сотрудничаю, жилеты и ветровки 17-18 тысяч рублей. И их разбирают как горячие пирожки, потому что погода портится, а у нас с вами достаточно выгодно. Давайте также с вами прочитаем отзыв. Любовь Андреевна из города Владимира купила себе у вас на канале похожий жилет. Это как раз-таки, наверное, речь идет о Меган. Весной. Очень удобная вещь. Зря не раньше не покупала себе такие вещи. Очень понравилось. Сочетается с моей привычной одеждой. Все смотрится по-новому. Кстати, ключевая фраза – привычной одежды. То есть ваш гардероб никак не потеснен. Этот жилет идеально вписывается в красном, в сиреневом, в синем, в бежевом, в белом и классическом черном цвете. Для вас цвета, для вас преимущества, для вас цена. И это только сегодня. Главное предложение только сегодняшнего дня.